Демократическая партия «Ак Жол» поддерживает расширение сферы применения государственного языка. Необходимо внедрить казахский язык в экономику и финансовую сферу, в государственное управление и работу иностранных инвесторов в соответствии с государственным статусом. Так, в предвыборную программу акжоловцы включили языковой вопрос, стоящий на повестке дня. Избрание акимов самим населением, противодействие коррупции и возвращение в страну выведенные в офшоры миллиарды – один из приоритетов демократической партии «Ак Жол». Депутаты партии неоднократно предлагали создать совместную с Европарламентом группу по возвращению в страну средств, выведенных коррупционным путем в европейские страны. Вся наша работа проводится в целях искоренения коррупции, повышения статуса государственного языка. Предлагается ограничить процентные ставки по ипотеке, потребительским товарам, кредитам на потребительские нужды малого и среднего бизнеса и населения не более чем на 7-8%. Малое предпринимательство и самозанятое население предложили полностью освободить от налогов. Необходимо вновь поднять вопрос снижения процентной ставки до уровня эффективного вознаграждения, не превышающего 4-5% годовых. В такой богатой стране, как Казахстан, не должны быть бедные и бездомные, считают члены партии.